пилю дерево, а ты не приходишь. Ты можешь не пилить дерево, хотя бы не пашешь. Наконец-то. Я просто призывал одного украинца. Короче, этот International 2020, который должен быть в Швеции, его хоть отменили. Ой, блин. Да, брат, зачем ты отменил International? Для тебя убить, но или что? Отвечай мне. Сейчас я загуглю, я тебе не верю. Ну, посмотри в новостях, 22 июня. Вот только что, блядь, выстрелили новость. Я что, слежу за Тотой? Ты думаешь, мне интересна эта хрень? Брат, ну да! Олег, я сейчас вернусь в тебя 2014 года. О, я Олег из 2014 года, Тота говно, никогда в неё играть не буду. Говори слава Фейне. Разве я такое говорил? Да, ты когда-то ненавидел Доту. Я не помню. Ты ничего не помнишь. Брат, я вроде с 2012-го играл в Доту. У тебя 4 звезды, брат, поздравляю! Запускаем ракеты на Израиль. Можно здесь поподробнее? Смерч дам. Ау. Ауе. Нихуя себе, я левая. Пока. Сортуй игру, пожалуйста. Ну, брат, блядь, я на второй экранчик нажал. Понимаю твою проблему. Ну, как ты тут насрал меня? Облизывай, быстрее, пока не похолоднело. Да, блядь, нет, уже затопло все туда. Блядь, не блядь. Wow, this is my favorite map. Короче, я сегодня должен был практику ехать защищать. Ты хуя орёшь? Короче, я должен был ездить сегодня в универ, практику закрывать. И мне было так хуёво. У меня болело живот, у меня болит голова до сих пор. Я буду только ныть, блять, еще сильнее, чем я ныл раньше. Пойду-ка я. Короче, я обосрался по носам жестким таким с утра. Мы договорились с другом пойти, ну, с другом, братом, троюродным пойти встретиться на 11 часов и уже туда пойти в универ. Короче, мы, блядь, никогда не встретились, блядь, ёбаный. Ну и, короче, блядь, вообще, блядь, где? Прям пиздец. Я никуда не поехал, я скинул этот... Я скинул файлики в Moodle. И даже такого не было. Что за Moodle? Это типа международная хуйня, которая использует образовательное учреждение. Ну, сайт, блядь, на котором можно скидывать задания. Мудак. Типа это сайт, на который можно скидывать свои работы. Указываем хуйня. Я понял, понял. Он сердечко нарисовал. Я нарисовал блок, а он им нарисовал деньги. Мне кажется, он негр. Ауф! Ауф. Как вот это по-английски? Where? Напиши в команду. Where? Аржо. Розовый квадрат. Смотри. А, я резанул его в печень, пока он смотрел в другую сторону.
Ура! Не хочу с тобой встречаться в реальной жизни. И отворачиваться. Брат, я из тех долбоёбов, которые покупают дифуза первыми. Помнишь, что... А, мы пришли играли без анонимов. Я его убавлю, подожди. Что мы играли? Ну, я играл с анонимом, блядь. И как я должен помнить, что я играл с анонимом? Я историю, блядь, заткнись. Ебать. Брат, ты не зашли в рампу. Брат, я вышел, меня сразу убили в голову. Я даже охуел, я бы сказал. Айк поставишь? И фейси. Как стрелять-то, блядь? Ты умеешь? Ой, я убил его! Зачем ты убил, даже убить-то? Я даже не смотрел, как я убил. Ебать, красиво. Так вот, я играл с анонимом, блядь. И на первом же раунде какой-то долбоёб, блядь, поставил, купил тебе дикуза. В общем, было обидно. Почему обидно было? Ну, потому что мы поставили бомбу, мы... Ну, я говорю, мы с читерами играли. А, и не раздифузили? Да. Типа, будто бля, как будто знали, что... И поэтому ты все время покупаешь дифуза? Да, я всегда покупаю дифуза, брат. Can you go away? Нахуй. О, нихуя себе, брат, тут посадочки такие тактические. Это Астерис. Где это, брат? Да блять, ну-ка не трогай меня! Правда, они все были. Но. Я кинул флешку. Нихуя себе. Не ждал такого, блядь, чтобы такое произойдет. Да! О, да! Я тихо еще. Это ты, да? Видишь, я выбил тебя? Тебе дроп. Вау! Давай, убиваешь пятерых бегла, я кидаю телепорт. А где у меня профит? Сейчас забанят. Ты больше не будешь играть КС. Это не я, Олег, который покупает. Ладно, не покупает, качает что-то. Я не покупаю. Устанет делать. Никодим. Это Б, пацаны, все на Б спустились. Все на Б в рампу в эту. Хуй. На рампе один вилл. Это Б? Скорее всего. Тут стреляют на один бас. За боксами за синими чел. За боксами. Боксами, блядь. Кип боксы, блядь. Какой бокс? О, блядь! Угай меня, пожалуйста. Так. А бокс поиграем? Ты вот снайдер. Ну почему? Понимаем, брат. Сука. Отдай! Пожалуйста. Почему ты взял вот тогда эту понятную М-ку? Которая оригинальная, стартовая. До Silence. Если это и дешевле, и лучше, и точнее стреляет. Я не понимаю. Спроси про КС Гошеров, они только на это и стреляют. Понимаю, ну, есть понимаю, смысл. Бродя не все. Один на улице был, другой выжил. Оттуда, который нигде не должен был уходить. Это Б, это Б, Б, Б. Там не дожжу. Не дефьюз, не дефьюз, не дефьюз. Брат, там... Помогите, я не еврей. Кусок, долбоёб! Что случилось? Брат, давай ему в голову сеем. Кого? Ну, который сейчас... А кто? Вот это, Аржо. Брат, я дигл, подожди. А ладно, давай. Готов? Да. Ха-ха-ха!
Он даже ничего не сказал. Блядь. Брат, да ебёшь всех. Брат, я убить смог. Брат, это бомба здесь. Ну ладно, я не знаю, о чем тебе говорю, просто чтобы ты слушал. Брат, я вообще... Умею говорить в голос! С людьми. Брат, почему он умер? Мы же ему в голову на удачу стреляли. Спасибо, Андрей, я ему спасибо опять. А, так, блядь, у него еще ножик. А играю, блядь, на две звезды. На серверах красивее шмотки. Да, кстати, я тоже это заметил. Я это уже тысячу раз говорил, но я скажу. Слава Украине. Чем ниже я опускаюсь в ранге в доте, тем дороже шмотки я вижу. И тем быдлячее быдлятина? Да, тем быдлячее быдло. О, брат, спасибо! Обошляйся, брат. Обошляться? Хорошо. Обошляюсь. А теперь на колени. Смотри, брат, мне отдали дар. Это я был. Это крокол тут. Смотри, с говна. Нихуя себе. Мы... Тут бомба, ебать. Да блядь! Где? На, все. Понимаю, но бомба здесь, брат. Пикни еще раз, чтобы тебя убили в этот тайминг. Где бомба, говоришь? Это страшно, так не смотри на меня. Не, брат, подожди, ну, где бомба? Там бомба, да? Подожди, я не видел. Ого, брат, ты умер рядом с торговым автоматом? Ну да, видимо, закупался. Брат, какая МК конченная? Блин, прикольная. Только вот там черненькая штучка есть. И что? Ну так это уже не гармонично. Как раз таки нет. Хуя себе. Достал дигл, чтобы подарить один. Брат, с пистолетиком убили, я показываю. Дай мы стрельнем в голову. Нет! Слабак. А был бы аноним, он бы стрельнул. Давай тебе в голову стрельнем, брат. Давай! А как мне себе стрельнуть? Короче, вот так вот делай, да, и стреляй. Вот так вот? Оп! Страшно? Привет. Нихуя себе. Я понял. Fire in the hole. Outside, крыша. Да ёб твою, Диму! Улица. Охуеть, блядь. Человек, который... Два попадания за уго, блядь, получает 19 хп урона. Меня урода назвал? Red Box outside. Red Box? Red Bull хочу. Red Bull. Я никогда не пил его, брат. Я в другие энергетики пил, но это не пил. Outside еще есть. Брат, почему ты сдох? Я не могу за тобой следить и критиковать каждое твое движение. Я для этого и умер. Меня переиграли. А, бля. Брат, на 3 звездах я всегда на первых местах, а когда я получаю 4-ю звезду, что-то идет не так. По наклонной как-то. Я буду на первых местах, да. Черт, я не на первых местах. Смотри, брат, а ух мой. В магазин зашел, даже не понял, что хочет. Он променял калаш на М-ку, и тогда там АУК еще есть. А, брат, он бегнул! Не хочу его ждать, брат. Почему он не убил его? Кстати, не знаю, было слышно, что он оттуда идет. А что он взял? Я бы убил его, брат. Блять, не хочу ждать дауна, ёбка, который ливнул, блять, говняным интернетом. Уёбище. Брат, смотри, они тратят на что скинчики. Пиздец. Это даун. Вот смотри, это красота.
Почему нельзя нарисовать гифку члена? Не понимаю, да. Смотри, какая. Если бы я увидел гифку члена, я был бы вот таким. Я не могу прочитать. Сори. Соси, ты что, читать не умеешь? Написано Соси. Дже. Соси дже. Видишь, Соси дже. Ого, сосич. I love sausage. Sausage is my favorite Russian food. I eat sausage and drink vodka every day. Ну да, а что, Костя ждёт, да? И почему не доходит уже никуда? Нет, он недавно домой пришел. Он меня приглашал, но да. Я в то время на работе был. А и он пошел гулять недавно. В смысле, он приглашал тебя? Ну, когда я на работе был, в КС-ку. Тупой! Чё ты получишь меня? Ты сегодня отпросился, то ты завтра поешь на работу? Нет, послезавтра. Он уже плантит, сука, на Б. Я. Что ты знаешь? Я дефусь, я двери смотрю. Дефусь меня, чтоб меня все защищали. Хочу быть защищенным. Я плохо защитил тебя. Мне же нужно иметь диффуза. Ого, брат, у тебя диффуза есть? Наверное, если бы они у меня были, я бы тоже раздиффузил эту штуку. Брат, если бы ты купил диффуза, ты был бы молодцом. Ты не попытал. Грустно, наверное, быть на твоей стороне. Я не желаю с тобой даже разговаривать после таких оскорблений. Ха-ха-ха! Блин, диффуза! Выкупи диффуза! Нищета! Брат, он хочет дроп, посмотри. Будь еще раз! Сядет на колени. Я думал, я тебя прикрою, а он прям к тебе побежал. Ты просто хотел моей смерти, так и скажи. Нет, я пытался по нему стрелять, но что-то пули шли... В меня! На улице АВП. Погода не особо прекрасная. 3 мид, 3 аутсайд, извиняюсь. Это мид? Нихуя себе, я такие звуки в лесу слышу. Как он, блядь, знал, что я здесь? Он прям начал с прифайра стрелять, я на шипке был. Я охуею. Радуйся, что не в голову, брат. Брат, охуеть, я такой подхожу к двери, думаю, сейчас послушаю тебя, что будет происходить. И тут, блядь, пули с калаша стреляют, пробиваются. А ты в реальной жизни так же делаешь? О, подхожу к двери, надо послушать, что там происходит. Да? Кстати, да. Я бы... Продавай шапочку? Шапочку? Шапочка один на твоего шли. Смотри, шапочка один. Еха! Да красиво, кстати, получилось, брат. И правда. Надо испортить все. Ладно, не буду испортить, ты меня еще в чест кинешь. Я буду трахнуть. Да где, рампа? Нет, не похоже. На, русский. Один, три хп. Пиздец, я стрелять не умею, но. А умел? Я убил его, брат, совсем больше, что ты меня закрываешь. Ну, я пытался. Там бомба, кстати, здесь. И ты что, я? Вот, бомба. Бимба. Если не страшно. Бимба, брат. Ай, блядь. Я слепой. А ну давай. Ну, флешка прилетела отсюда. Там. Сверху, брат. Не там, но... Сейчас сверху. Ты не приближайся быстрее! Ой, блядь! Сука! Костя, выпей, Надо кому-то дроп дать. Дай мне Сайлент. Сайлент? Не ждать, да я тебе дал сайленс! А ему, кстати, не дал дроп. Плохой друг. Брат, мы стреляли по нему еще недавно.
Так мы показываем свою дружбу и верность друг другу. Крыша. Есть. Ай, блядь. Пиздец, я дал, у меня нет зубалки. Нихуя, брат, там хаешки подсмертные похоронили меня? Брат, ты идешь на рампу, не дефаешь рампу, я не понимаю, тебе за что брат, платят? Я не попал по нему ни разу, я стрелял, но не пошел, мать. Я тут очаровал тебя. Говорила мне мама, не встречайся с украинцем. Видимо, у него, как у животных, не работает мышление. Случилось, брат, я... Прикладное мышление, точно. И, короче, блять, как только враг зашел за дверь, он такой, а где враг? И перестал стрелять. Как бот? Да. Все, я не вижу врага, значит его нет. Это улица. Блять, это не улица. Вьетнам! Ничего, я одного в могилу забрал. Я куплю себе скаутку, я буду стрелять на скаутки. Паразит. Брат, там же спрей пропали, кстати. Ёбаная тетя Зина уборщица. Красивый юспик. Удобно, конечно, полностью. Нихуя себе, блядь, я понял. Там вайпер последний. На планете. Там вот. Рампе. Там именно? Да. Это не он, это не твой друг бегает, если что. Там брат. Не, друзей. Брат, друг, я имею в виду командный игрок, саппорт. Работяга. Бать, ты, конечно, навёз на него, давайте 4 портки. Ты сам сказал, что он там. Брат, хочу дроп. Последний раунд. Я был на первом месте, брат! Я был на первом месте! Кто ему подозвал? Не хочу на рампу идти, мне там больно постоянно. И башу, блядь, животное там вообще-то. Пойду на рампу. Ты делаешь большую ошибку, я тебе скажу. Квики с Квики. Квики? Квики это... Квикл? Это какая инфа была? Я из-за музыки не услышал. Вышли с Квики. Пизда, блять. Большая? Охуеть. Я сдох своего веба. Смог? Через смог, через стену в голову, брат. Давай его убью. Может, ты еще и рампаху сделаешь? Я тебе репорт просто кину, чтобы успокоиться на всякий случай. Репорт. Оверхакинг. Дармит. Пока. Надеюсь, ты хорошо поиграл в CS? Ты не поиграешь. Ладно, ты молодец, мальчик, ты молодец. Давай я попробую это голову. Вау! Дигл. А что ты, зачем ты выкинул свой дигл, брат? Может, мне получится сейчас тебя убить? Ого. Твоя дигла. Ты сейчас сдохнешь. Он принадлежит только мне. А, он работает только. Это ага. Ёбки на мапке. Меня так еще никогда не оскорбляли. Ч
Короче, на крышах сидят там, короче, сверху один по лестнице и слева. Молодец, да. Ты меня хвалишь, мне не нравится! Просто такой молодец! Просто, пожалуйста, лучше гнобить! Ты такой красивый, у тебя такие красивые глазки, и ротик, и отдали свой член. Брат, дифуза будешь покупать? Брат, я вроде бы не за ту команду играю. Я купил смог, брат, и флеш. Чтобы они охуели от, блядь, закупок. Не уязвим. Брат, у меня какой красивый глок. Какая красивая, сквозь смотреть, блядь. Ты видел, там вообще какая пауза. Брат, давай сделаем то же, что, как мы сделали в тот раз. Я ему в голову? Ты как-то криво поставил, блядь. Его пол лица нет. Брат, тут какая-то текстурка. Какая текстурка? Ну а как я так сделал? Пирас! Где ковбойская шляпка? Брат, я не могу повернуться вот так вот и кинуть шляпку. Нужно с твоей стороны обойти. Если ты вот так вот поставил... Какой же ты бесполезный. Блядь, это не... Был бы сейчас не пауза, я бы тебя расстрелял. Блядь. Как-то надо блядь. Красиво надеть. Надеть? На меня надеть. Чё серое, что такое? Ебать. Брат, всё испоганили. А он нарисовал полностью. Сука, ну хорошо, но. Дерево. Опа! Хе-хе! О, Undert... Тьфу, какой Undertale? Как... Это как называется? Зомбики. Антарнет! Undurnet. Куперлив, блядь! Нет. Они никогда не догадаются, кто импостеры. Я импостер. Я сус. А зачем они хотят ждать врагов? Хотят честной игры, что ли? Я не понимаю. Они еще, не знаю, выиграть честно хотят, почувствовать удовлетворение, я понимаю. Пиздец, я охуел. Хуя себе, что я взял. Че, двойные билеты, брат? Привет, брак. Брак? Я не брак. Я не брак. Хорошо. Пиздец, он и долго перезаряжается. Нахуй это говно вообще брать? Брат, нас будешь тогда. Брат, на улице, иди убей. Жо. Да нет, я говно. Ты говорил последний раз, дроп, слава, тебя больше не буду просить, все будет хорошо. Слушай, я не говорил это. Я буду говорить, что ты мне должен дроп каждую игру. Хороший дроп покупаю или без этого я не поженюсь с тобой. Зачем я буду жениться не на тебе, но без тебя. Ауф. Ауф. We lost the bomb. Сектор is clear. Понял, блять, охуенные пистолеты, которые сразу в голову стреляют. Нихуя себе, брат. Ну, поподробнее с этого момента. Понял, блять. Там пистолеты сильнее у кого-то. Нихуя, где друга убил? А. Чё ты стал бомбой? Кажется, я это не хочу. Это другой чел. Что-то не помню, указал ему на правильный путь. Я считаю, что каждый должен разобраться в своем жизненном пути сам. Крабачел. Чела-краб. Крачебол. Охуеть, у него одно хп сейчас настал дигл, и сейчас будет стрелять. Заебись. Охуенный план у него. Дебил, блядь.
Я бы убил их всех, но сделал рампагу. Где твой эйс, аноним? Где твой эйс? Почему мы ночью не играем за него? Мне кажется, ты слишком сильно влюбился в анонима. Тебе да, отправить его фотку? Я и так видел. Другую. Другую это какую? Новую современную? Там где бицуха у него. О, есть. Какой он около футбольщика? Есть. Хорошо, брат, отправь меня, просто на него потрачу. Спасибо. Блять. Три попадания, 52 хп снес. 52. Некрофилия, некрофилия, некрофилия. А, бимбу взять надо, юти. Не стреляй, я черный! Ха, наебал. Почему тебя не убивают, когда сразу видят? Меня сразу пи-пи-пи-пи, все, блять. Ебашит меня прям по крогахе. По больному месту, я бы сказал. Это тот самый дигл? Это тот самый диппл дик дигл. Димпл пимпл. Ты зачем его выйдешь? Я вот делал учителя, что такое образование. Сделан для того, чтобы убивать. Маха лучше. Born to kill, ебать. Да блядь! Тихо, ты знаешь, куда Олег? Да блядь! Как слетело, у меня я один с хп его ему скинул, блядь, гранатой, нихуя. Почему ты стал на лестницу? Я хотел посмотреть, как можно залезть на эту электроящик. А знаешь, как у меня хп было, когда я бежал в тут угол? Сколько? Одно! Брат, ну это не мертвый ты? Ну, все нормально. Planting the bomb. Не хочу с тобой общаться. I'm planting the bomb. I'm planting the bomb. I'm planting the bomb. Бимба? А почему вентиляцию убрали, кстати, здесь сверху? Вроде нормальное место было для вентиляции. Просто выходишь, стреляешь. Его разорвали, как крысочка, как крысочка. Крабачел. Чела-краб. Крабу пел. Я краба пел. Я крабу напел. Брат, а ты знал, что если кинуть вон там сверху хуйня, вентиляция, молотов, и ты кинешь молотов там, где стоят КТшники, ну знаешь, сверху там такой домик на Ашке, там такой мини-домик такой, как бы я тебе... Я свои флеши люблю, брат, мне это не интересно. А, ты... Ну ладно, я все равно объяснять не умею, но спасибо, что не накричал на мою речь. Вас там раз... Брат, не бегите туда, там большая ошибка зайти. Брат, он перечувствовался, я думаю, что может убить меня теперь, понимаешь? Его законтрил, брат. Тебя законтрили, брат. Значит, зеленый должен законтрить... А, зеленый это ты. Я здесь 2 хп снес ему, брат. Брат, надо было чуть выше кейс стрельнуть. Брат, нет, не такая автоснайпер. Пулу автоснайпер. Дол береты, брат, все. Пошел кач. Брат, так купи себе вторую эту скаутку, чтобы. Здесь мне дроп дали, брат. Помню тоже. Купи себе вторую скаутку и сделай полноценную автоснайперку. Чтобы стрелять 2 автоснайперов. Ну да. Как тебе план, как тебе план? Хуя, на меня сейчас куча. Ноль попаданий. Блять! Ноль попаданий. Я, пожалуй, в следующем раунде просто возьму кого-нибудь за ручку и буду гулять с ним. Одного меня уничтожают. Возьми меня за ручку-то. Тебя тоже уничтожают. Брат, минус на минус дает
минус сильней, но зато веселый. Бетер ботяга убивает людей. Нихуя себе. Я даже знал, где он будет, но он, к сожалению, присел. На нож его возьмет. Брат, это 14-летний талант. Сам по себе он, брат. И аватарка такая у него милая, смотри. Это пончика? Я думаю, человечек. Я не буду даже смотреть. Его. Я пойду скоро до казино, да. Надо бизнес закончу, знаете, по меня. Я скинул фотки и этот. Я чё на практике? Туда, в Moodle. Не знаю, я не спрашивал. А где? Б. Ого, брат, сейчас я его убьешь? Меня на припаре взяли, брат. Только они не знали, что я бегаю. Да. Они не знали. Еще раз встаешь, ты мертв для меня. Брат, я участвовал в игре, видишь? Нет, ты не понимаешь шуток, ты должен был сказать, ой, я, мне нужно отойти. Нет. Ты вообще не входишь в такт шуток. Я не умею шутить. Я не понимаю сарказм. Сарказм не понимаю. Если он тебе в голову, а ты выжил. В смысле? Брат, там 5 людей прошло наших? А чел ждал? Там пиздец. Там все в глаза долбятся, даже я. Это человек невидимый, кстати, был. Я тоже не любил эту дверь. Она жива, брат. Он тебя убьет, сори. Видел? Ты видел? Я видел, видел, брат. Где ВП? Еле-еле. В смысле еле-еле? Айру задел зола. Как будто мы созвались. Приятно с тем. Всем зазвал. Всем отвечай! Нужен дроп? Нет! Да. Я Дигл купил! Дай Дигл другие. Более нуждающиеся люди. Денег нету. Ну то 20 гривен тебе и все. По сути. Сол, я не попал ни разу, не понимаю. Хотел меня бить, да? Да! Я хотел тебя трахнуть! Ты заебал! Уже мой кал.
Нихуя себе, а как так получилось? Как? Брат, я не то чтобы хотел снайперку. Просто не надо поснайперить. Сука, я второй раз тебя в голову стрячу, эту стенку не пробивается. А? Да, я только что закидывал его. Сядь. Это черненький. Зачем ты сел? Не ходи туда. Мне нужно шкалить. Ну как? Бомба. Ну, это не контрится, да? Ты сзади меня шел? Да. Костиком. Чувствовал какое-то дыхание противное. Брата, прикол, это их ничья будет. Да нет. Если это их ничья будет, я... Один раунд хотя бы можно будет. Мне кажется, на секунду они напряглись. Он же не еврей! Брат, знаешь, как контрить автоснайперки? Что? Знаешь, как контрить автоснайперки? Автоснайперками? А ты уверен, что ты перестреляешь его? А ты уверен, что ты перестреляешь его? Нет. Да, бим. Бим. Меня убьют? Yeah. Может, тебя убьют. Ой, я попал. Ладно, нас хп снес. Одним ними попаданием. Бизон. Не страшно. Какой сзади, блядь? Там, вот, да. Где бомба? Но это не автоснайперка. Ты не перестрелял. А что там, там два стола у хпшника? Там, да, там два по одному хп, наверное. Хешку закинуть надо. Смотри, какой у них красивый счет. Только печал на первом месте все портит. Знаешь, кто еще портит? Чё, 26-16. Почему у тебя 21 смерти? Я умирал каждый раунд. Почти что, 4 раунда не умирал. Я все только оживу. Видишь, он хотел. Может быть, он идет на путь добра? А, честно, он убил его, опера, брат. И все, осталось два лухопешника. Два лухопешника. Если, конечно, они их не наебали. Блин, а ты снайпер, сзади! А что, он не хочет не пойти, не запланить, не бомбу, блядь? Им он не хочет. Не бомбу взять, не рыбку покушать. Отдай рыбку. Шиза! Я тоже думал, что он там. Так он и правда ходил. Смотри, автос снайпер как-то. Есть ЮМП, брат, я хочу еще какой-нибудь ЮМП. ЮМП это хорошее оружие, которое не стоит недооценивать. Сука, не перестреливается. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не понимаю. Брат, там человек за снайперкой сдох. Иди возьми снайпер. Брат, ты взял моё оружие. Не хочу никуда идти, брат, на самом деле. Брат, а из-за тебя, кстати, из 4 уже человек. Не 5, а даже 4. Кто убил за снайпера? А я же и без оружия! Разве что ты не опасный человек? Я опасный человек для общества? Да, я тоже. Все, брат, давай
пройдем. Хорошо. Пошли. Давай, кто сильнее будет умирать, тот молодец. Рампу, Паш. На Б. На Б через рампу. На живые бот. Ничего, я спокойно. Ты первый. Не больно, там... Слышишь, что за ремонт делать? Слушай, а ты вообще как бы нормально там, у тебя любимый... Цвет какой у тебя? Зеленый, наверное. Рад? Димас? Я отдохнуть. Блядь, я стрелялся. Случайно. Сдохни. Все переиграли. Ланкинг де бомба. Димба. Брат, они выиграют или проиграют? Брат, а ты будешь писать изи, когда мы выиграем против четверых? Да, я пишу изи каждый раз. Это посторонняя такая? Нет. Жалко, что он проиграл. А он дефузит. А ведь он даже не успеет. Грустно. А кто услышал, кстати? Я думал, огонь кинулся в бимбу. Думаю. Guys, maybe we win. What the fuck are you doing, guys? Чего, блять, нахуй, ебало, свой опыт, пожалуйста, и выиграй, блять, не игру. Да. Да, блять. Иди нахуй. Мы вроде бы дальше. Играть, пожалуйста. Отбей свой КД, блядь. Отбить, что ли? Боги отбить. Рампалик. Гараж. Там АПП остается. Плент, гараж и рампа. Гараж топи его так. Я знаю. Я знал. Да? А 16? Что 16? Что 16? Что 16? Ты сказал 16. Сказал тебе 18 есть. 21, да. А 16. Что? Ладно. Не важно. Надеюсь, мы проиграем. Я тоже надеюсь. Нет. Бомба взрывается, а как раз полиция наоборот хотела взорвать это все. Отходы ядерные. Контртеррористы победили. Как приятно бы ждать против четверых. Кстати, если бы там было пятеро, мы бы проебали. Да. У меня было много. Вау, ящик! Ого, 3 рубля, наверное. Не знаю, брат. Вот мне поддон 3 рубля.